Сыктывкарец пожаловался на то, что дорогу у политехнического техникума после ремонта завалили строительным мусором. Факт зафиксировал Центр управления регионом, и практически сразу пришел ответ от министерства. Кирпичный бой временно был выложен для лучшего проезда крупной техники. Дорожное полотно уже приведено в порядок. А сосногорцы негодовали из-за отсутствия освещения в парке Югодлун. Местное управление ЖКХ оперативно отчиталось, освещение восстановили, в парке теперь светит не одна луна. Если у вас есть жалоба, предложение или обращение, вы можете обратиться к органам власти в их официальных сообществах в соцсетях через виджет в сообществе Республика Коми и платформу «Госуслуги решаем вместе». Центр управления региона поможет решить проблему.